так нахуй. Сейчас я, блядь, поиграю с ним с этими, сука. Ну, если мы БС-ку нормально будем проносить. Я поиграл бы с этими. Много шмоток, которых можно заменить. Весь 7-7. Хочешь поиграть с моими нонсетами? Нет, не с теми. А с чьими? А вот секрет. Блять. Интриган. Да, думай, как говорится. Think about it. Да, не, со своими нонсетами играет, блять. Что непонятно, нахуй. Да, а если нонсетов нет, то я бы это лечу трешку. Учить. Да-да-да, там что там по новостям? Ага, да-да-да. Сколько подсиливаем? Дай мут. Он, да, в районе 8 с чем-то. Рома, микрофон замуть, Ром. Да твою мать! Это, я не понимаю, как в режиме рации, блядь, люди разговаривают по этому? Ну, у кого мудрец роль, у того без кнопки стоит. А дайте рез, пожалуйста. Разжал его. Че, тоже сдох, да? Да у меня моб развернулся и как, блядь, в пачку мне, блядь, всадил, пизда. Хули ты не кресни, пожалуйста, ты не в комбате. Че, первый раз здесь, да? Че, в первый раз? Рядышком с ним лежит и спрашивает, да? Так в этом же и прикол. Так это, вы что, не видели? Вы что, не видели Баллада Бастера Скраггса, блядь? Пизда, это фильм вообще. Кстати, да, надо посмотреть. А, мне Invisible сбил рез. Еще раз киньте рез. Да ебаный урод, а, вы издеваетесь? Вурдалак ебучий. Ай, да. Лава, дай лучше робот. Wake up, самурач, едем. Спасибо. Мурочка у тебя. Кстати-ка, слышишь? Лава. Я... Ты апал уже, ну, токеном мотки? Я надеюсь, голову хоть. Уже два куска тебе будем выбивать. Звучит, как будто сомневаются в этом утверждении. Это сейчас что? Что это сейчас было? Почему вы так над Славой? Это был кибербуллинг. Пиздец, обидели деда, блядь. Проплаченный смех какой-то, ну. А это понял этот... Там Лингрена не проебите, там ревностный, по-моему, был. Смех из зала, да, понял, на этом, на ток-шоу хуярит. На голубом огоньке. Табличка поднялась. Почему я не удивлен, что у тебя огонек-то голубой, блядь? Так по России один же идет, хули ты хотел? В России реально только голубой огонек. Потому что там Басков, Киркоров. Вся вот эта, да, вот. И Боря Моисеев со своей голубой мам. Так, новый внешний вид Киркорова. Боря Моисеев помер. Моисеев уже, блядь... Не надо, за больное, нахуй. Моисеев уже... Мне трэш, заберите, заберите трэш. Он там фит с Жириновским уже давно, нахуй, уже, ебаный, лупит, блядь. Ольга, дай за компанию валяйся, там тоже рядом с нами. А мне души надо фармить, заебал, не хочу валяться. А Мордаун-то похуй вообще. Так и резко уже его, нет? Ебало дали, вы чё, блин? Чё, Гошан, в первый раз, что ли? Мяча, блядь, всё нормально. Три раза меня, значит, самоб дает ебучку. Ну, блядь, бейте по ассисту тогда и всё. Хули вы, блядь, каждый, блядь, выбрали себе цель по одной, нахуй их лишь. Ну, им же, шлёха, не объяснишь, что агро сразу на всех ты не можешь равномерно набрать. Да, да, алло, да. Ребёнок, дря... Они просто ты, верят в танков. Сам ты, блядь, ребенок Дренора, нахуй. Омраченный лейтенант, нахуй. 22 тысячи, блядь. Спасибо, нахуй. А зато когда я и говорю это, что блядь, я говорю, могу бежать на всех нахуй мобах. Они такие, танк, моча, блядь. Ну я если понял. Если что, это просто шутка, но когда Заломан начал орать, ты сын, я думал, он сейчас скажет, ты сын шлюхи, пиздец. Просто вот напрашивалось, да, это высказывание? Да, ну звучало, как будто сейчас это прозвучит, понимаешь? Это чисто подводочка. Сейчас Дон будет мут Дон. Я такой сижу, такой думаю, так, а, ну ладно. Потому что-то распиздились. Да ладно, блядь. Мне интересно, да? Точечный мут. Да.
Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Да-да, кстати, пойдем сегодня ТТГ. О, я пойду на ТТГ на Варе. Не, на башка на паладина на танк. А можете его в рейд больше на нахуй на Варе не пускать? А? Нахрена. Ну я же не буду бошку Т5 танк. А, да. Да. Все, понял. Лингрен на двоих, Юля на килисете. Чё, я? Взятый поменьше, двигаемся здесь. На вихре РНЖу. Можно каску, импу. Не знаю, я кулаки импу 5 раскидываю. Могу только их на хп дать, я. Как, блять? Он бы шакру тонул, наверное. Но... Леха, мы сейв дал? Да. Отлично. Сферы там следите. Там вагомба падает. Геру. Это Гера, чтоб я быстрее подбивал сферы? Да. Ну да. Молодец, ты угадал. Ну надо, чтоб какая-то польза от тебя была. Ну да, согласен. Ну, хоть какая-нибудь. Ты согласен. Писал мне. Вы напрягаете, все трое. О, стал сечнул. Подбейте луну по-братски. Точно, килисета. Держу луну. Спасибо. Только ну, не отпускай, она в твоих руках. Ты чё ржёшь? Сфера под килисетой. Там воронка. Ну, воронка, точнее, да. Я кошин снял. Я ему просто соты навести охота. Скоропостижница. Смена цели, одна секунда. Леха, готов, массейв. Крест, крест поднимите. Притона захильте. Череп убейте. Джандис вообще вылетел. Могу бэрить. Ну, инвизибла бы. Есть сейф? Нет сейфа. Сука, Заломаныч подошел нахуй. Да я это чё, блядь? Заломаныч он такой, блядь. Ебать, стоял в пизде мира, Заломаныч подошел, да? Стоял вообще... При собах дали по инвизиблу. Ничего не падает, нахуй. Бля, там на другой стороне кинетика, мужики, очень падает. Очень далеко крест, поднимите. Смена цели 5 секунд. Ой. Юля, сферка там ушла. Сильно далеко не отбегает. А чё, Седжи все ушел, да? Седжи, не, он на 20 минут. Он, да, он придет. Я просто смотрю, непривычно в ДПС его не видно, блядь.
Чё там? Поднимите и кинуть. Ой-ой-ой. Крест я подниму. Лёха, готов мосты. Давай. Вот теперь не успел. Блять, как там сдох. Рядом с боссом уже падает, поднимите быстрее. Легко кинуть. Падает. Да. Мат Фокс, Берни, Святос. Пал. Ай. Ну нормально. А то меня вихрем не откинет. ГГ. А сейчас тарелка ее закидает. Моя чаша полна. Кинер Леха, еще ближе подведи. Насладитесь болью. Юли не потерять. Милики, пошли на келесета. Юля, отводи. Сейчас кинетика упадет. Кинетика упадет. Сейчас подержу. Катрисия, Вадикон по откату и ныра в бидона. Пиздец, бидон сохнет. Так их три хила сейчас, алло. Ну сохнет только бидон. Он сейчас вообще высыхает моментально, блядь. Шелфир в тучке мог поддержать. 8 секунд переживите. Оверхильте. Там стелси сухая. Катрисия, Бера и Вилашу. Лапку, каску пристав. Куда ты их сверху ведешь? Что делаешь? Не пал рот, блядь. Лёху не проеби. Ай, веселиться только шей. Луну подбейте там, блядь, ворота. Луна сейчас всё. У нас сейф есть? Нет. О. Ты залагала, пиздец. Бля, еще виснем, блядь, вообще заебись, нахуй трай. Че так долго? Че, пизда сервер? Пиздец. Скринаните. Так, а хули скрин, блядь? Вылет. Ну, потому что это вылет, ебану. Ну, так 4% у босса. Ну что, они нам убийство засчитают, что ли? Ну, блядь, конечно, нахуй. Меньше 20%, по-моему, или 10% убийства делают. Мы больше ждать будем, нахуй. Ну, блядь, мне кажется, не дольше 10 минут они обычно, да, прилетают. А так мы его еще 8 минут бить будем. Отойду. Там про ебут ничего не было сказано вообще в чате? Да нет.
Ебай, они хуету на аукционе натворили. Вообще пиздец. Дебилы, сука. Ты про кого? Ну, разрабы тут с аукционом начудили. Да? Угу. Не заходил просто. Были сделаны некоторые изменения в системе получения золота за продажу предметов на аукционе. Теперь вы будете получать выручку в вашу игровую почту только когда ваши лоты будут выкуплены полностью, если вы выставляли много одинаковых предметов одновременно, либо время действия оставшихся лотов будет завершено. То же самое, блядь, ебан. Нет, так... Я имею в виду то же самое, что с первым, типа, и в последнем, вот они написали, это однохуйственная хуйня. Либо время последнего лота завершено, либо нахуй пока все не выкупят, блядь, бабки не получишь. То же самое. А раньше ж ты получал за каждую эту, за каждый лот отдельно, хоть ты много выставлял. Ну так и должно быть, по идее. Нихуя. Ну как-то нихуя. Если ты выкупаешь, если ты выставляешь все одним паком, то да, если выставляешь все это 50, допустим, паков по одной штуке, то за каждый пак должно приходить отдельно. Короче, ура, пизда, раньше как так было. Подожди, тогда они должны покупать только паками, нахуй, а не по одному, правильно? Правильно. Нет, нет, если ты выставляешь, грубо говоря, по одной штуке, как это, ну, грубо говоря, представь себе оригинальный аукцион, ты можешь выставить как одну штуку, так и 20. Так здесь нету такого. Ну, я вам говорю о том... Сидус полностью изменился, ну, типа, аукцион. Я, типа, ну, как на офис, я вам и говорю, что вот, и по итогу сейчас, если ты выставил 50 этих паков, по одной штуке каждый, то ты тебе... Ты так не можешь выставлять, ты выставляешь одну штуку каждый. То есть ты ставишь 200 штук по одной штуке. Но он за это и говорит. Ты паками не можешь ставить, все. Костя, понял меня же, да? Я тебя это понял. Ну, да, типа, Рома, серф лежит. Ну, типа, на старом аукционе было как, ты типа ставишь пак, и ты продаешь именно пак. Его купить мог. Мод убрал, Рома. Спасибо, она извиняюсь. Короче, ты ставишь 50 рыбных перов, у тебя покупают 49, хуй тебе не должен. Да, да, пока типа не закончится срок, ты не получишь деньги за 49 своих перов. И поэтому продавать по одной рыбке нахуй. Да, не, ну, как бы... Если паком продается, то и, блядь, и покупает. Да. Только фишка в том, что если ты по одному слоту будешь выставлять, то за каждое берется комиссия. Да не, не то, что в комиссии, а то, что ты укрепляешь свою цену. За каждую комиссию берется. И ты в любом случае будешь ставить на свою же цену. А это, считай, пак. Тут просто надо, наверное, время диапазонить, типа. Раз в минуту по 10 штук ставить. Выставил. Вообще ни хренью занимается. Все, и ждешь. Они дебилы, лучше опять апнут. Они дебилы, лучше бы сделали, чтобы сервер не лагал. И да, и сервер, чтобы не лагал, не вылетал. Отойду, чайник, пусто. Ян красавчик, блядь, шахматист, дотер, уважаемый человек. Че? Заходите, давай. Кого ты там, блядь, выигрывал? В Гарри Поттере он выигрывал с читами. Резиновую. Мамку выигрывал? Тему свою, давай, скажи спасибо, что я твою маму знаю. Ну, ты, блядь, загугли Глад Валакас, послушай вообще его голос, ты поймешь, блядь. Насрать, я жестко хочу прям кейзнуть. Отлично, спасибо. Это воля хаоса. Это хаоса чё? Воля. А куда вообще на сервере писать, я не ебу? Поддержка пользователей, блядь.
Предложение, пожелание? Куда? Поддержка VIP-пользователя. Ой, сюда писатель? Куда? Куда писать? Скажите, я написываю. На форум, ёбаный рот. Так тут разделы есть, блядь. Да ты забей на эти разделы, просто заставь этот. Поддержка пользователя, либо нет. Бля, там есть мне замена мяч температуры, бля, ебашит. Парад сама в помощь. Ну, хуёво, пиздец. Чё, мне писать или мы будем второй раз бить? Давайте быстрее. Напиши. Пока все равно с расстановкой. Люди грузятся, бафаются там. Дойдут быстрее. ID 3640 напиши им еще, чтобы точно знали. Да, ID КД. Где желание? Это помойка, про которую они забыли, забили. Ну, если хуёво, он тут сидит. Я здесь. Да, да. Серджи вернулся. Сейчас ты зашел и сервер упал. Только ИП дай. Вы никого не убили? Ну, на принцах стоим. А скрин мне это... можно оформить? Скрин. Есть он скрин? Был... в этом, во флудилке же, нет? Во флудилке? Сейчас. Я, короче, напишу в поддержку VIP пользователей, блядь. А Вилла не заходит? Остальным епошку дал слово. Я в рейдем. Сейчас, консилятор, подожди. Левой рукой. А, я уже... Ты заходишь? Правой жопочкой качу. Захожу. На своих фонах мог бы помолчать, давай заходи быстрее. Или пока консилятор. Что у нас тут не убит? Лингра на двух, да? Лингра на двух, Юля на Элисет. Угу. А нахуй на форум так написано? На улице уже просто летом. Натуре. Тихо, я-то захотел. Он же говорит на VIP форум. А вы сколько процентов сняли? Могу 3% оставилось. Оставили 3-4%. Меня кикнуло по 134 ошибки, сейчас зайду. Я понял. Должны, по сути, засчитать. Ну, конечно, ну, типа 8 минут еще терять на этого босса вообще неохота. Парни, могу в прайм написать, чтобы еще быстрее было? Да-да-да, можешь все, куда можешь. Да сколько там стадий вот этих VIP-поддержек? Куча. 3. Есть стадия, где это... Обычная VIP, Prime. Приезжают. Как называется вот? Яндекс Ультима. У него надо... Друг админ. Нюхай бебру. Там кто-то умер или что? Кто-то головой. Закатрись лопатой по голове даже. Или гитарой. Нет, лопата, язык это... И тем, и другим. Нюхай бебру. Только жесткий. Пацаном губам поводил. Опа. Скажите по еще твоим... раз ID. Половым. 36-40 сказали ID. Да, 36-40. Да. Я даже скрин залил, блядь. Молчат. Чё там? Смотри, сам не залейся. На ультра VIP там зальют.
Он не добьет тогда. Блин, прикинь, только начик. С одной тычки, да? Самая быстрая победа, блядь. Интересно, это засчитается? Типа продолжительность боя с боссом. Ну, они там на форум пишут. Я думал, тему апать. Все, флот убили. Она... На пулу Ленинграда. Ладно, надеяться на этих людей, конечно, не приходится. Кинетика слева бейте. Все, кто видит, бейте нах. Она падает. Она упала. Да. Сейчас до центра поведу. Квадрат бью. Остальные идите туда бейте. О, не помогите. Геру. Одна сзади падает на его. Я подобьем. Луна, помогите. Я бью. Мэтт Фокс, Бибус. Кинетика. Блядь, ебаный в рот, нахуй. Крест бью, я понял нахуй. Я сзади бью. Крест бейте, Вадикон или Мэтт Фокс, крест бей. Я вот новую буду бить. Квадрат бью. Ты что там на Эвересте? Ебать, тебя ветрено. Видите, с небес вещают. Сакры нет. Я по квадрату играю. О нет, баф на кружку умер. Какая жалость. Я же жалость. Сука, порвала. Катрисия, Иннер Победон, Вадикон, Иннер Победон. Ну да, что-то он вообще проседает по мане. Ведь луна. По мане садится, а хпс 4к. Ну и сейчас ему. Я не говорю про другие боссы. Не привык еще, может. Лёха, отведи, отведи, отведи. Ну, он, видишь, стоит, Кастя.
На той стороне. За боссом, смотрите. Крест. Крест падает. Лёха, квадрат. Давай. Я бью, Вань, бей крест. Давай, мы сейф, Лёха. Под следующий джендиз даст. Кого-то еще гадюка есть? Опа, фатал эрор, понимаю, нахуй. Сработало. Крест. Можете, пожалуйста, босса сразу не лутать? Блять, кто? Кто? Авилания. Ты только что с Авилашей три сферы забрал. Все нормально? А ты сдавал, всегда собираются, блять. Чего? Держу тебя в курсе, нахуй. Не лутайте босса, пожалуйста, как убьете. Еще раз, что говоришь, Иваня? Алло. Вы кому звоните? Да он трубку не берет, блядь. Абонент не может принять ваш звонок. Кинетика. Полбу хуем не дало. Да хуем полбу не дало. Видимо, дало. Надо точно, чтоб хуем дало. Кто говорит? Сейчас я подъеду, погоди, Слав. Босса не лутайте. Ой, ГГ. Да сейчас нас босс полутает, бля. Да посмотрим, кто залутает. ГП сразу же. Заходи. Я вроде зашел. А кого еще гадюку, слышишь? Будешь редер, по-моему. Так он умер, а у меня типа продолжало по 10 стаков копиться. Так может ему достаточно быть просто в рейде? Нет. С этим трикетом надетым. Нет, нет, нет. Если он умер, типа баф пропадает. Ему даже надо... Где этот ёбаный воятель нахуй? Тринк работал, понял? На хуйте воятель. На Мишку? Давать хочешь? Слава, забирай себе катушку. Хожу, сходи уже десятку, выбей себе палец у мини-тила с Вальки. Нахуй не нужен. Ой, я случайно нажал. Это называется... Ленгра на прохи. Блядь, сильно надо? Бычье сердце, окей. А, нихуя себе. Понял, чё, не пизжу. Чё, Слава, НРБК, блядь? Слава, прочти, ЛС. Получишь конфетку. Инвизибл, что ты линканул это? Зачем? Бля, у меня каждый раз вот на этом, блядь, вот на принцах начинается такая апатия, блядь, что я уже заебался. Не, нихуя. Ну че, ребята, пока. Давай. Третий осколок. А где? Ну, третий босс для осколка. А я что мне читать-то? Я знаю, как работает. Ребята, вы что там стоите, ну? Нет, это понятно. Моча. Да? Ну так он тебе линканул, чтобы ты понял, как оно работает. Ну так я что сделал. Если поблизости имеется владелец. Нет, то есть тебе не надо, чтобы баф появлялся кружки. Владелец. Так а он же здесь же поблизости. Вставай, беги. Труп владельца тоже владелец. Сейчас вот этот трэш убьете и резайте. По-моему, так не работает. Не пульте следующий. Типа, призван умирал, и баф у меня спадал. Ну, типа, ты далеко меня... уходил, видимо, от трупа призана. Не-не-не-не-не. Рядом с трупом бегаешь, заебись, кольцо работает. Угу. Тринкет. Мы много раз тестили.
Ну как тестили? Придан умирал просто. Не минус ЕП, а после не дается. Не минус, а не плюс. Не-не-не. Не-не. Минус ЕП плюс ГП. Чисто пришел на замену, блядь. ГП лутанул, ЕП не дали. Заебись. Неплохо посидел. Идеальный вариант. Я вот сегодня что-то припозднился. На хули ты там пока свои эти напишешь, блядь? Писю. Ну типа. Да, неразборчивым почерком. На непонятном языке. Я такой же у порта почерк, да? У меня да, вроде более-менее. Это типа отдельно учат вас там в университете. Чё там, канцелятор настало свое время. Десятый заход, видишь, он удачный. О, могу ему слот уступить так-то. Миликов много. Могу уступить. А у меня одного здесь люстра, люстра пропала с потолка. Да, наверное. Не знаю, видно. Вон она, люстра, пацан. Сейчас, Слав, дай рог сделаю быстро, у меня хоть пиздец какой-то. Блин, люстры нет, че же делать? Я серьезно, у меня люстры нету, я уебался вниз. Типа, у тебя комната, темно в комнате? У меня комната, получается... Не освещается, не могу хилить. Нет, дело в другом. Люстры, которые падают после убийства босса, а ее в принципе нету. Беги в Леруа Мерленнах, покупай новую. Леруа Мерлен, ёпта. Кого, блин? Чё ещё скажешь? В Икее скажи ещё, беги, блин. Хотя у нас Кирилл есть. Икеи нету. Икеи есть. Выходите из рыбы к слову лосс. Катрисия, блядь, переезжай к своему соседу по подъезду. Он там, блядь, от рыбы к солнцу, блядь, закупается. Ты понял, блядь? Где-то есть. Сейчас, 5 секунд, я лог делаю. Блядь, бафы дайте. Лапки нет. Пристабав. Сейчас лапа. Этот зайдет в игру. Не, ну то и понятно. Если вы сидите, типа, на замене сначала РТ, вы просто в ДИСе напишите, типа, нахуй, чтобы по времени мы видели хотя бы. Я, получается, не скипнул никаких боссов? Ты одного скипнул. Ну, он же после профа ушел, под кого он ничего не скипнул. А... У нас откат был, когда он ушел. А, ну да, из-за отката, да. Не скипнул. Ё-моё! Круто! Витя одного скипнул, проплатил, получается. Ушел на 20 договорился. Минут, пришел, ничего не поменялось. Бля, хочу укус. Хочу пиццу. Вряд ли. Хотеть не вредно. Хочу шорму. Кто МТ? Вилаш? Вилаш. Да. На первой взлетке Леха Мастей. На второй Джинди. Ретрики, ауру. Я забрал. Five. Я на первой сдам. А кто на второй? На Джин... Ну, давай ну, ты. Спасибо за охуенный пул. Поводил бы, блядь, по всем местам, ты мог бы это сделал. Погнали. А чё-то лагает. Чем водить будешь? Ну, нормально. Паш, там подвигали. Вадикон выносит. По урге повожу.
Вообще-то я зачаржился, когда бой начал. Так что... К себе, блядь. Как там подвигали? Сука, ёбаные крылья. Отруби их. Пак там подвиг. Именно когда крылья прожал, надо было, сука, тени. Да-да-да, есть западло такое. А продукт у нас... Ебать, мы пол хп почти слезя, у нас два укуса. Нормальная ДПС. ДПС жесткий. Пак там подве. Сейчас взлетка, да, будет? Да, сейчас взлетка будет. Боди, есть... выноси. Там кош. Я Седжу кусаю. Я шалфиру кушу. Пак там подвиг. Вентилятор вынут. Когда герой будет? Наверное, уже нет. Смотри, есть укус? Нет у него. Одикон, выноси. Блять, за мной кто-нибудь, мне укус надо передать. Давай, я сбегаю. А, ладно, ты побежал, все, сбег. Укусы передать. Все, спасибо. Там 20 секунд. Она сейчас сдохнет за эти 20 секунд. Авела не освободила ауру. Забирай. Ок. Фу, ебать, 100 тысяч крит. Сюда. Рома на взлетку, ты даешь массейв. Фир. И Глеб МА. Бабл. Консилятор укушу. Я репич. Да ладно, до процента. Вы не успеете. Да, там все до процента осталось, хули ты хочешь. Успел. Челлендж. Оп, токен. Я крутая шея. Я же сказал, Лава невезучий. Короче, ему не надо было первым лутать, да, просто? Да. Понял. В следующий раз не лутаешь первый. Осколок. Мне Т-10-3 на голову. Слава, мне надо освященный завоеватель. Как и мне. Да, закидывай. Ну, чтобы, говорит, башку апнуть сначала 64. Да. А, нет, мне 3 нужно. Ему третью печеньку, как мне надо. Бля, пиздец, чего сейчас увидел, нахуй. Нормально, обуз печенек.
Ну, не знаю, ну, он вроде не против, если я заберу. О, это мне надо. Слава, я тебе вот сейчас видос в лудилку кину, чтобы ты начал знакомиться с творчеством Жмышенко Валерия Альбертовича. Ну сейчас Слава замутается и пойдет видос смотреть на. Лучше он стрим хочет, Валерия, да.